Лучший фильм 2017 года, по мнению кинокритиков США, умный чемодан от китайских разработчиков и спортивные штаны, которые снова в тренде. Обо всем этом прямо сейчас. Фильм «Форма воды» режиссера Гильермо Дель Торо стал лучшей картиной 2017 года по версии Академии кинокритиков США. Фэнтезийная мелодрама повествует об отношениях девушки-уборщицы и запертого в секретной лаборатории гуманоида-амфибии. Лента также завоевала награды в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая работа художников-постановщиков» и «Лучший саундтрек», таким образом получив 4 статуэтки из 14 возможных. Спортивная одежда, максимализм и многослойность – таковы тренды 2018 года, согласно рейтингу фэшн-издания «Хайбай». На первой строчке – спортивная одежда. Кроссовки разнообразных форм и расцветок до сих пор не теряют своей актуальности, а спортивные костюмы, к примеру, из линейки Puma Fenty от Rihanna или Yeezy от Kanye West, по-прежнему найдут свое место в гардеробах модников. Также в новом году в тренде многослойность и яркие цвета. Особенно популярными будут завышенные джинсы и одежда оверсайз. В Саудовской Аравии открылся первый автосалон для женщин. Посмотреть экспозицию в городе Джидда приехали сотни автолюбительниц. Клиентки садились за руль, осматривали салоны экспертным взглядом и фотографировались на фоне новинок. Такие мероприятия для них почти экзотика, ведь водить авто жительницам королевства разрешили всего несколько месяцев назад. Управляют выставкой тоже исключительно представительницы слабого пола. Преданный и даже немного навязчивый. Китайская компания 90Fun изобрела умный чемодан, который словно щенок повсюду следует за своим хозяином. Об этом говорит и его название – Puppy One, щенок по-английски. Передвижение своего владельца сумка отслеживает при помощи датчиков, которые человек держит при себе, в карманах одежды или ручной клади. Помимо прочего, чемодан оснащен системой GPS. Благодаря новинке людям не придется таскать за собой тяжелые чемоданы. Стоимость сумки нового поколения пока что неизвестна. Корейская культура и местный алфавит хангиль легли в основу дизайна медалей зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Их презентация прошла в Сеуле. На лицевой части медали изображены динамические линии, символизирующие историю Олимпийских игр. На оборотной – спортивная дисциплина, в которой завоевана награда и эмблема Олимпиады 2018. Виртуальную версию наград презентовали еще осенью прошлого года, тогда как сегодня продемонстрировали уже отчеканенные медали.